Здравствуйте, уважаемые друзья, частично подписчики. Первый раз снимаю видео о ремонте, на тему ремонта. У меня встала задача, не так давно начал вылетать у вот этого комода полка. Полки куплены были не так давно, но поскольку они стандартные, сделаны из вот такой вот тонкой жести, я не буду рассказывать об устройствах и рассказывать о самих направляющих, о парах направляющих. Вы все знаете, если не знаете, поройтесь в интернете, в YouTube достаточно информации по этому поводу. У меня стала задача поменять их, потому что они приходят в негодность очень быстро. Видно, да? А если они в паре, и вторая отгибается точно так же, то ее обратно засунуть женщине невозможно. Мы же только прикасаемся, когда нужно что-то отремонтировать. Я имею в виду мужиков. Так вот, встала задача поменять их. Есть у меня вот они такие, в длинном виде. Для другого комода. Я просто покажу, как они выглядят, чтобы вы понимали, о чем речь. Как они разбираются, опять же, вы найдете в YouTube. Я весь YouTube облазил, чтобы найти видео, как не ошибиться с замерами, чтобы правильно прикрутить пару сюда и, соответственно, сюда. Везде рассказывают, как они собираются, как они разбираются, как они мягко выкатываются и как они мягко закатываются, но никто не объясняет, как это делать. Я плюнул, сам попробовал. Попробовал сделать на глазок. Сейчас расскажу, что получилось. Я уже что-то прикрутил, открутил только эту направляющую. То есть рассказываю. Здесь вот таким образом были прикручены предыдущие направляющие. Соответственно, внутренняя часть прикручивается вот сюда. Применительно к вот этому шкафу, я понимаю, что шкафы разные, но применительно к вот этому шкафу, где вот здесь вот такое вот расстояние и, соответственно, здесь такое расстояние, делается все очень просто. Что сделал я? Вот эту вот часть, которая должна прикручиваться к внутренней стенке, я тупо вкрутил в те же самые отверстия, в которые были прикручены вот эти вот направляющие. Потому что в шкафу они были, когда я его собирал, отверстия были просверлены для вкручивания шурупов. Я вкрутил по два шурупика. Один, там второй, темно, не видно. То же самое и с этой стороны, в те же самые отверстия. Вот. Во всяком случае, встало ровно. И ровно, и в том числе и по вот этой полицевой, как назвать, дощечке. Стал вопрос, как поставить вот эту. Я на глазок прикинул, и получилось, что придется ее делать по нижней кромочке. Ровно по нижней кромочке я сделал засверлы. Видно, да? Шуруповертом. Засверлы сделал в вертикальных вырезах, чтобы можно было по высоте потом подрегулировать. Вот. Когда я вставил, и с той стороны, и с этой прикрутил, вставил, оказалось, что
вот это расстояние снизу больше, чем сверху. То есть получается, что я не ошибся, во-первых, потому что по глубине они точно вошли. Полка точно и ровненько встала в комоде. Мне осталось только чуть-чуть подрегулировать, чуть-чуть приопустить ее. Вот. И шурупики обратно вернуть. Я думаю, как вворачивать шурупы, смысла нет показывать. Я сейчас сделаю паузу, потом покажу, что получилось. Все, я чуть-чуть полку саму приопустил, вкрутил с одной и с другой стороны на глазок на одинаковое расстояние. Здесь никакие микроприборы не нужны, чтобы сделать ровно. А теперь я перед тем, как вставлять полку, расскажу еще раз, что я сделал. Вот они направляющие. Так, вот эта пара была, да? Да. То есть вот это было, вот это было там. Угу. Это было здесь. После того, как я ее убрал и разобрал новые направляющие, вот эту вот направляющую я вкрутил в те же самые отверстия. Вкручиваем направляющие внутренние в те же самые отверстия. Направляющие, которые нужно прикручивать к полке, сначала вкручиваем по нижней кромке. По нижней кромке полки. Вкручиваем вертикальные вырезы, чтобы можно было регулировать по высоте. Все подходит. Теперь смотрим, как все получается. Вставляем с одной и с другой стороны до характерных щелчков. Все, наша полка вставляется ровно и выдвигается до конца. Очень удобно. Спасибо всем за просмотр. Если кому был полезен, пожалуйста. До свидания.